нас машина 2 года стояла, да? Угу. Будем пытаться запускать после 2-летней стоянки. Аккумулятор один умер. Свет еще тоже есть. Свет. Вот так. Ладно, будет свет. Еще чуть-чуть. Ключей под руку нужных нету. А. Старый. Вон. На балкон. Сейчас Геракл принесем. Так. Пойдем за аккумулятором. Для запусков пойдет. Так, плюс ставим обратно. Старичок 80-го года. Наш. Так, что мы тут имеем? Все тип-топ мы имеем. Теперь надо бензином пососать. Он не пососется, наверное. Чего мало? Нет. Ну, в каком-то клапанке, наверное. Пропускает какой-то клапанок. Ну, ничего, мы сейчас его оживим. Если получится. Не пососешь, не поплывешь. Вот так вот. Уважай машину, машину будет уважать тебя. Бензином. Эта машина нам ответит. Надеюсь, тем же. А, вкусный. 95-й вкусный. Финский очищающий. Так, ладно. Да тут бачок еще. Почему-то. Ну там и в больших тоже надо. Так, ну что ж. Ты не стой на одном месте, так походи, отсюда сними, оттуда сними. Я не хожу. Ну как ты ходишь, стоя на одном месте? Отсюда лучше видно двигатель. А что его смотреть, двигатель? Должно все видно быть, не только двигатель. Погладить. И моя попытка номер раз. Опа! Че, пипитулка не работает у нас, да? Сцепление проверить.
Хорошо как. Ух ты. Искра была. Где? На вот этой первой клемме. Ясно. Хватает. На это плохой контакт. Уже попечатать. Бля, там 13. А у меня. А у меня. А что у меня? 12, 14. А это муса, блин, что ли? Летает. Дядя Валера тоже он стоял. Хрен знает. Угу, долго. Это слышит, да. Попытка номер два. Опять искрану. Погода, машина колесами.
уже вытянули тогда. Да. Деревяшка. Чуть-чуть туда. Это деревяшка на две раскололась. Опять на две? Ну, в прошлый раз на две раскололась. Ну, вот и опять на две раскололась. Собака. Пугает. Еще чуть-чуть. Здесь, да? Сложные инструменты. Это было протереть, а то от пыли не видно никакого. Что-то не додумался. Ну да.
сверху. Жилетик даже есть. Стандартный набор, наверное, советских водителей. Лампочки запасные. А вы не из гаража, то пропахнешь. Это что такое? О, болтиков сколько! Всяких. Крошка. И много-много-много всякой. Всячины. Топливо и машинка послушная. Так, о, фигушки снять. Вот и все.